На Курской С2 бетонирование вышло на финишную прямую. Рабочие приступили к последней захватке фундаментной плиты реакторного здания энергоблока номер 1. В бетононасос подаются последние кубометры бетонной смеси. За 2 месяца непрерывных работ строители уложили более 16 тысяч кубометров бетона в конструктив высотой 2,5 метра. Качество контролируется, уже взяты пробы с тех захваток, которые забетонированы, там уже набор прочности более 100%, то есть бетон соответствует всем проектным параметрам. Качество бетонирования гарантируют и сами строители. Благодаря слаженной работе каждого участника стройки ключевое событие 2018 года на Курской С2 выполнили с опережением. У нас очень много людей, специалистов, которые уже не первый год работают, производят не первую укладку бетона. И на укладке бетона у нас обычно инженера самые ответственные. С окончанием бетонирования фундаментной плиты стройка века только набирает обороты. По контуру здания смонтированы стены и установлены опалубки. И скоро на площадку сооружения Курская С2 машины привезут бетон уже для контурных стен. Юлия Мезенцева, Дмитрий Воробьев, Роман Дулин, Курская С. Специально для программы «Страна Росатом».